То есть там применение этого теста оправдано. В странах Юго-Восточной Азии, наверное, этот тест не очень целесообразно применять, потому что там встречается авария и малярия. То есть все равно нужен микроскопист. Второй вид – это полимеразная цепная реакция. С полимеразной цепной реакцией все вроде бы прекрасно. Есть диагностикумы на все 4 вида малярийных паразитов, великолепная эффективность, великолепная чувствительность. Но есть одно «но». ПЦР-лаборатории и малярия очень плохо пересекаются территориально. То есть, там, где есть ПЦР-лаборатории, там обычно нет малярии. А там, где есть малярия, там обычно нет ПЦР-лаборатории. Поэтому ПЦР при малярии применяется очень редко. Кроме того, есть еще один.